Внимание на старт. Дан старт 9-го заезда. Квалификационный заезд для лошадей 2 лет рысистых пород. Бег повела Гильвина, на втором месте Октавия, на третьем Порше Каен. Впереди Гильвина, на втором месте Октавия, на третьем Порше Каен. Вторая четверть дистанции пройдена за 41,7 секунды. Третья четверть дистанции пройдена за 41,7 секунды. Впереди Гильвина. Участники 9-го заезда выходят на финишную прямую. Заканчивает дистанцию третий номер Гильвина, финиширует первый номер Октавии, второй номер Порше Каен.